Здравствуйте, на Десна ТВ. Время новостей в студии Ксения Вьюшкова. Сегодня в выпуске. Обсуждение еженедельной повестки в администрации. Всех жителей и гостей города мы приглашаем 21 февраля на церемонию возложения цветов и венков, посвященную Дню защитника Отечества. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Десногорские поисковики отметили свой профессиональный праздник. Вы военный пенсионер, но покоя на пенсии нет, я прекрасно понимаю. Служу поиску Десногорского. Ура! 18 января в городской администрации прошло еженедельное плановое совещание. О ситуации в ключевых организациях города и об итогах работы за прошедшую неделю смотрите далее. Перед началом совещания заместитель главы муниципального образования Юлия Галякова поздравила сильную половину человечества с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Желаю нашим мужчинам оставаться такими же сильными, мудрыми, уверенными и непобедимыми защитниками своих семей, своих идей и своих стремлений. После поздравительной речи руководители организации приступили к своим докладам. Так, по итогам прошедшей недели в отделение скорой медицинской помощи поступило 220 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 137 человек. Карантинные мероприятия завершаются 19 февраля. Поступают в круглосуточный, в том числе стационар, дети и взрослые, в том числе с осложнениями. Мест достаточно, медикаментов достаточно, поэтому ситуация контролируемая. Инженерная инфраструктура города работает в стабильном режиме. А ближайшие городские мероприятия анонсировала председатель комитета по культуре. Всех жителей и гостей города мы приглашаем 21 февраля на церемонию возложения цветов и венков, посвященную Дню защитника Отечества в рамках мероприятия «Года памяти и славы» на Кургане Славы с 10 до 12 часов. 21 и 22 февраля в Десногорске стартует открытый 40-й туристический марафон, посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяева. Задать все интересующие вопросы по мероприятию можно по номеру телефона 3-39-93. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей 1 раз, по оказанию помощи скорой 5 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 669 сообщений, из них 282 ложных. Поступило и отработано 6 просьб от населения. День поисковиков Смоленщины проходит с 18 февраля 2015 года. Он совпадает и с церковным событием – днем почитания иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», образ которой является духовным покровителем поисковиков. Уже 5-й год Смоленское движение поисковых отрядов объединяет особенная дата – 18 февраля. День поисковика Смоленщины отмечают более 70 групп, которые работают на территории региона. Важный вклад в восстановление истории и судеб участников Великой Отечественной войны вносят и отряды Десногорска «Высота» и «За Родину». Проводится эта работа, несмотря на погодные условия, жару и холод, несмотря на то, что у многих у вас семьи, и свои заботы, и свои проблемы. Но как наступает весна, вы уходите в поля. Результатом работы десногорских поисковых отрядов за прошлый год стало обнаружение 118 солдат Красной Армии. Найдено более 30 медальонов, восстановлено 12 имен. Благодаря этому несколько бойцов Красной Армии обрели покой на своей малой родине, городах и селах областей других регионов России, откуда когда-то ушли на фронт. Эта полная самоотдача работа была отмечена благодарственными письмами от главы Десногорска, грамотами Комитета по культуре, спорту и молодежной политики города и Центра культуры и молодежной политики. Вы военный пенсионер, но покоя на пенсии нет, я прекрасно понимаю. Служу поиску Десногорского. Ура!
Важная особенность современных поисковых отрядов – участие и интерес молодежи. Юные смоляне вместе с опытными наставниками продолжают исследовать поля сражений, вдохновляясь найденными артефактами и отголосками прошлого. А это значит, что дело поисковиков будет жить и дальше. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. А теперь о погоде. 20 февраля в Десногорске облачно, возможен снег с дождем. Температура ночью около нуля, днем плюс 6. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desna-tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч!